ваше сооружение? Это сооружение Глеба Юрьевича Ершова, который отсутствует сейчас, потому что у него есть такая повинность. Он куратор галереи, и он открывает выставку «Навикула Артис». Кораблик искусства. Ага, да, слышал. Первая галерея современного искусства в Санкт-Петербурге, 92-й год. Вау! Вау! Обалдеть! До сих пор работает. Алло? Thank you.
подскажите, кто здесь художник вот в этом павильоне? Я, например. Привет. Можно взять какой-нибудь контакт? Я пока просто тоже снимаю. Да, конечно. Мне больше пройти. Вообще интересно сделан видео. Ну, и да. Работает, цепляет сразу. Давай сейчас, секунду. Мои старые визитки есть. Пытаюсь снимать фильм. Научиться снимать про скульптуру, арт-объект. Это больше арт-объект? Стол арт-объект? Больше арт-объект, чем скульптура? Ну да, скорее, да. Окей, я пока не буду вдаваться в подробности, пока просто смотрю по себе.
рядом? Там несколько авторов, сейчас не знаю кто. Ага. Thank you.
картина еще какая-то инсталляция или это арт-объект? Ну, это арт-объект, да, это... Так, наверное, тоже. Что-то объекты, да. Это лайтбокс. Ну, вот лайтбокс, он арт-объект или инсталляция? Нет, вот эти инсталляции, вот эти работы, они объединены теми, как вы знаете. Это самостоятельные вещи. Это новые вещи, я начинаю новую серию. Она такая сама по себе пока еще. Это нашел здесь просто. А это вот часть инсталляции, название «Перевал Дятлова». О, да, я знаю, это такой феномен. О, интересно. Так, а где мне снять имя и контакт? Или вы можете что-то сказать? Как вас зовут? Иван Химин. А, окей. Да, я там еще написано. Да. Хорошо, я еще покажу. А это работа Александра Телевинина. А. 222. Похоже, да? Ну, да. Мы там, в общем, специально вместе. Не, ну, мы, в общем, занимаемся так медиа-археологией и, в общем, указал, что у нас пересечение. А вы как художники теоретики занимаетесь? Нет, ну я просто интересуюсь вот археологией, медиа. Для меня это тема, да, с которой я работаю. А Саша тоже, в общем, с этим. И у нас оказалось, когда мы поняли, что мы похожие вещи хотим выставить, жили в одном павильоне. Хорошо. Выставиться. Ладно, я еще покажу просто так, еще, может, зайду, Васян. Да. Сегодня все? Да. Все, распродали? Что-то. Не все. Завтра опять, да? Посмотрим. Как вообще ощущение от погоды мероприятия? Как ощущение от мероприятия? А, публики мало. Мало, да, тоже есть, Виктор заметил. Вот, хотелось бы побольше. Но странно, потому что во встрече вроде много было людей и вообще столько художников. Mm. Ну, холодно. Может, завтра? О-ля-ля. Смотри, там тоже маска. Что за фото? Вау. Thank you.
Привет. Вы авторы или просто сидите? Сидим, представляем. Вы попали в мой фильм. Здорово. О.